Алло, да. Ну так чё? Алло. Это правда? Ладно, я еду. Ты Да, обманываешь? да. А почему бы и нет? Да ладно. Ну, Серьезно. я же с тобой играл, у тебя же есть скин вой, у Нету тебя скин, это есть скин нож чейнджер. волн. Ты что? Это скин чейнджер. А почему тебя не забанили тогда? Ну, Почему? потому что у меня антивак есть программа. Блин, Сань, это правда? Я Да, просто не серьезно, верю в это. да. Это все ради подписчиков. Знаешь, Саня, я все равно останусь твоим подписчиком. Я Почему? не буду от тебя отписываться, Так у но мне меня же нравятся основы твои нету. стримы. У меня ничего нет. У меня скин Но чейнджер. у тебя есть этот аккаунт, на котором ты можешь играть с друзьями. Я не буду от тебя отписываться. Мне нравятся твои стримы, нравятся видео. Понятно. Но у меня все равно нет ни ножей, ни основы, ничего. Ну, ничего страшного, потом. Ну, вот сейчас ты можешь открывать кейсы, можешь скины Так выбивать. на что я их буду открывать? У меня ничего нету. Правда, в селе живешь? Не в Америке, нет. Нет, в селе, конечно. Я же сказал, в селе. России, да? Нет. Ну, а где тогда? Даже не в В России. Америке? Нет, в Украине. В Украине? Да. Блин, извини меня, конечно, но, блин, я все равно тебе не верю. Ну, ты просто не мог обманывать своих тысячу людей. Ты, Ну вот так блин, вот сколько обманул. канал ведешь? Канал сколько С ведешь? 15-го года. 3 года. 3 года стараюсь я набрать 1000 Да, подписчиков, вот так потом вот говоришь. обманом. Знаешь что, я тебе предлагаю вместе играть, вместе видео снимать. Ну Так тебе хорошо, такая идея? ладно. Я не буду от тебя отписываться, мне нравятся твои видео. Вот честное слово, Ну я не то есть хочу от тебя отписываться. тебе все равно, что Мне я все живу в селе, равно. то что у меня нет ножей, основы ничего, инвентаря нет Мне ничего. все равно, мне все равно. Надо стремиться к своему будущему. Надо, хочешь, например, скины, значит, их надо получать. А Надо как я их кейс открывать. получу? Как? У меня нет даже, я не могу даже ключ купить. Знаешь что? Тебе надо на YouTube-канале своему достичь 4000 подписчиков и как А минимум как? 1000 просмотров. Я даже не Тогда... могу. Я не могу даже пиар купить. Знаешь, вот на эти... Вот на 4000 подписчиков, ну, ты потом заработаешь их как-то. Я смотрел, там 1000... нужно Будет тысяч. 1000... Там нужно Будет тысяча 4000 подписчиков. подписчиков. Там тысяча Будет подписчиков. 4000... Ладно, говорим. 4000 подписчиков будет, и как минимум 1000 просмотров, ты можешь включить монетизацию. За просмотры, за рекламу тебе будут давать деньги, Ну понимаешь? вообще там Ну не надо по-другому. бросать канал. Там 1000 подписчиков и 4000 просмотров. Да? За 12 месяцев. Да. 1000 подписчиков Понятно. уже есть. Надо 4000 часов. Чтобы кто-то посмотрел. Ну, понимаешь, нельзя опускать руки, когда у тебя уже 1000 подписчиков. Надо продолжать вести канал, надо Но я продолжать веду играть в канал. КС. Я вот выкладывал позавчера видео. Я вот новые снял, сейчас монтирую. Новые видео. Ну, блин, ты понимаешь, не надо обманывать своих подписчиков. Ну вот Ты так я вот вот написал то, что это обманываю. все... Ты понимаешь, что я написал, что это все неправда? Я сейчас зайду, подожди, я на твой канал зайду. Но Я это посмотрю, сколько у тебя неправда. подписчиков. Это неправда. Там 1017 подписчиков сейчас. Мне, понимаешь, мне нравятся твои стримы, мне нравится, как ты играешь, у тебя... блин, мне нечего сказать. Ты знаешь, просто у тебя 1000 подписчиков, нельзя опускаться на свои цели. Надо идти дальше, продолжать вести канал. Ну, я вот веду канал. Вот так вот. Ну, так не... Ну, понимаешь, дальше продолжай вести. Ты когда-нибудь станешь популярным видеоблогером, все у тебя будет хорошо. Ты, главное, не останавливайся на середине пути. Дальше Ну, я продолжай. не остановлюсь, буду дальше обманывать. Так ты не Потому что... обманывай, просто снимай видео. Просто Ну, снимай видео. мне интересно обманывать. Говорит, что у меня есть основа там скины. Хотя это скинчейнджер такой особый есть. Ты, блин,
Сань, ты понимаешь, не надо обманывать людей. Почему? Тебе это интересно. Ну, потому что тебе это интересно, а нам нет. Мне вот, например, ты сказал, что обманул, я вот не верю. Ты не мог обманывать 1000 подписчиков целых 3 года. Вот так вот обманул. Знаешь, это плохо, Сань. Просто бери, снимай видео, выкладывай их на канал, и все будет хорошо. Ну, продолжай то есть вести тебе все равно, стримы. То, что у меня нет скиллов. Мне все равно. Нет. Мне все равно, когда-нибудь они у тебя появятся, обязательно. Да нет, не появится, вот. То, что там донатят, это фейк донаты. Все фейк. Все не настоящее. У меня за гривни ничего не купишь. Я нигде не работаю. Тебе сколько лет? Мне мало. Мне 14. Тоже сколько? Ну, 14. Мне 11 лет. А нет. Ты учишься, да? Ты учишься? Ну да. Ну, продолжай учиться. Если у тебя не получится карьера на YouTube, ты будешь обязательно кем-то хорошим в жизни. Вот у меня, например, я пыталась снимать видео 2 года, но меня всего лишь за это время подписалось 7 подписчиков. Вот реально, у меня канал-то, я снимал Майнкрафт, на меня никто не подписывался, но я все равно продолжал снимать видео. Потом я понял то, что это бесполезно, и все бросил. Вот теперь я мечтаю стать каким-то ученым, потому что мне нравятся всякие эти штучки технологические. А я мечтаю, ты понимаешь, стать трактористом. Работать на тракторе. А если серьезно? Ну серьезно, вот нам просто в селе нужен тракторист. Я мечтаю быть трактористом. Знаешь, ты начни очень хорошо учиться, и потом ты станешь каким-то и великим ученым, каким-то известным человеком. Но, пожалуйста, не надо опускать руки и останавливаться на своей цели. Это не обязательно. Если ты будешь думать, что это все бесполезно, так оно и будет. Нет, не бесполезно. Зайду опять сейчас на сервер в обычный. Разрекламирую канал, скажу, что есть основа. Просто возьмут подписчики, подпишутся. Из скинов. Ну тогда вот эта проверка, эта группа, это все просто так, да? Да, это просто так. Просто скучно мне. У тебя даже параши нету, у тебя ширпа даже нету. Нету. Вообще ничего нету. Как так-то? Ты же играешь в CSGO? Да, играю в CSGO. Ну так тебе за соревновательные бои, за напарники, тебе там должны выпадать кейс, ну, ширпак. Выпадает ширп просто, вот выпал SG 553, там этот. А у меня много этого ширпа. Ну мне вот один ширпотреб выпал и парочку кейсов. Ну понимаешь, на торговой площадке можно продавать. У тебя в Steam будет деньги, потом купишь ключ, будешь открывать кейсы, понимаешь? И вообще, знаешь, есть такая сфера бизнес. Вот можно вот с самого детства развивать свой бизнес, например, вот с такого возраста, как у тебя, прям вообще идеально подходит заниматься бизнесом. Там перепродавать вещи, расклеивать листовки, в общем, работать на какую-то, в общем, рекламу делать. Нам тут листовки негде расклеивать, потому что тут дома, ну куда, тут ничего, ни столбов, ничего нету. И что-то там еще говорил. Ну, понимаешь, надо бизнесом заниматься. Вот, например, я вот хочу как-то, вот знаешь, забыл, что хотел. В общем, если у тебя не получается какая-либо учиться, вести канал на Ютубе, то, не понимаешь... Не получается. Вот hated me, hated это скандал. Чтобы быть бизнесменом, не обязательно хорошее образование. Просто ты берешь, создаешь какую-то новую вещь, потом презентируешь ее, блин, как это слово говорится. Что ай, я ладно. Что я создам? Ты можешь создать какую-то игру, может, какую-то вещь, может... А как я ее создам? У меня компьютер 2000-х годов. На нем даже CSGO еле идет. Ну, идет нам. Ну, смотри, можно, все что угодно производить. Ручки, карандаши, игрушки и так далее. Ну, это нужны древесины для карандашей. Где я такую найду? Так я ты копи деньги, потом... Я же не пойду потом... топором сейчас рубить деревья. Блин, так. Я не знаю, что тебе сказать. Ну, вот, допустим, я срублю дерево, и что дальше? Как я сделаю из этого карандаш?
Я не умею. Возьми какой-нибудь острый ножичек, потом как-то, ну, карандаш, можно делать какие-то маленькие деревянные игрушки, просто обтачивать их ножом, и у тебя будет получаться. Потом можешь просто ходить на рынок и продавать. У нас тут рынка нету. У нас тут магазин на все село один. Блин, Саня, мне тебя очень-очень жалко. Блин, ну, я просто не знаю, как тебе помочь, и что тебе предложить. Так вот, ну, не получится. Ничего, ты обязательно добьешься успехов в жизни, на канале, в CSGO. Ты, главное, хорошо, не останавливайся на своей цели. Хорошо. Я с тобой буду дружить, я буду подписан на твой канал, буду смотреть твои видео. Ты, главное, не останавливайся на своей цели, хорошо? Хорошо, ладно. Пожалуйста, не останавливайся на своей цели. Все, договорились. Договорились, все, ладно. Пока. Давай. Вот, ладно, сори за обман, ребят. Ну, просто было интересно проверить, что будет, если я там буду где-нибудь в селе. Делай карандаши. Ай, вообще... Ребят, в селе нет этого. Вот этого там нету. В селе, в селах нету такого. Нету такого. Нету вот такого вот. Компьютер-тысячный катош. Ладно, видеоролик выйдет. Это очень круто получилось. Мне прям понравилось. Ну, сори за обман. Основы существуют, ребят. Ножи существуют. Ну, просто решил проверить, что будет. Проверка подписчика. Будет ли он подписан на мой канал? Нравится ему ли мой контент? Я проверил. Контент ему понравился. Ему реально нравится контент. Он хочет дружить. Он хочет смотреть мой канал. Ему без разницы. Есть у меня скины, нет у меня скинов. Но они у меня есть. Так что, как-то так. То, что я сказал, что скинчейнджер, там нет скинов, только ширпотреб, это все, ну, шутка. Ладно. Без обид, там без всяких хейтов. Не думайте, что я там обманул сейчас. Нет. Это просто шутка, я просто пошутил и все. В общем, видеоролик выйдет через несколько дней. Ну, у вас этот день, наверное, уже настал, когда видеоролик вышел. Ну, а я пока что, у меня сейчас только 2 декабря. Ладно, ребят, все, что я сказал, это шутка. Самое прикольное выйдет позже. Самое прикольное — влоги, видеоролики, игры, все будет. Так что на канале подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я проверки буду делать, я сейчас их делаю. Отфильтровываю каких-то подписчиков. Кто обманывает, кто хейтит, кто там, я не знаю, только за ножом пришел. Я их отфильтровываю, оставляю только нормальных подписчиков, как он. Вот я рад, то, что он нормальный подписчик, то, что он не ушел, там, не знаю, не обиделся, ничего не сделал. Я думаю, даже если я выложу этот видеоролик, то есть он не обидится, он дальше будет смотреть канал. В общем, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока!